Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской церкви Оксфорда. И сегодня мы продолжаем серию программ о христианских основах. Это учение невероятно важно для того, чтобы у нашей христианской жизни было крепкое основание. Главное основание — это сам Христос, и когда мы принимаем Христа, то имеем это основание в нашей жизни. А затем нам нужно дальше строить свою христианскую жизнь на этом основании Христа, на том, кто Он и что Он сделал для нас на кресте. Нам нужно знать, как заложить это основание. В послании к Евреям 6 главе, 1 и 2 стиха говорится о семи основополагающих истинах, которые нам нужно принять и жить по ним, чтобы построить так называемый нижний этаж нашего дома. А когда все это уже будет на своих местах, мы можем строить верхние этажи и даже поставить крышу. Дом этот ⁇ это наша жизнь. Получается, что эти основополагающие истины очень важны. Мы все еще продолжаем разбирать первые две. Но давайте откроем послание к евреям 6 главу, где описаны эти основополагающие истины, которые также названы молоком слова. Это практическое руководство о том, как мы должны вести свою новую христианскую жизнь. Здесь сказано, Посему оставив начатки учения Христова, это основополагающие истины, которые нам нужно освоить сначала, чтобы мы могли двигаться дальше. Поспешим к совершенствам и не станем снова полагать основания, основополагающие принципы, обращению от мертвых дел, вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. В этой серии мы разберем все семь. Но особое время мы уделим первым двум, а именно обращению или покаянию от мертвых дел, и вере в Бога, потому что они очень важны. Обращение от мертвых дел подразумевает нашу старую жизнь, а мертвые дела — это дела нашей плоти и упования на самих себя, когда мы руководствуемся только своими идеями и желаниями. Библия ясно говорит, что плоть или то, что мы производим сами от себя, не имеет никакой ценности, и это не угождает Богу. Поэтому нам нужно научиться жить по-новому верой в Бога, полагаясь на Него как на источник нашей жизни, источник любви, а также жить под благодатью Божией, которая действует в нас. Тогда у нас начнется настоящая христианская жизнь. Итак, мы должны перестать надеяться на себя и жить с верой в Бога. А сегодня мы поговорим о том, что я назвал техникой реагирования. В жизни с нами происходят разные вещи. Плохие, хорошие. И нам нужно знать, как на них реагировать. Есть два способа реагирования. По плоти и по духу. Мы можем реагировать в вере или по старому что приведет лишь к мертвым делам плоти. Вот об этих техниках реагирования я и хотел бы поговорить. Как реагировать на различные ситуации? Что нам нужно понять? Если мы реагируем по плоти, а зачастую это наша первая реакция, то это неправильно. Обращение от мертвых дел означает, что мы применяем основополагающие христианские истины к любой ситуации. Нам нужно покаяться и отвернуться от плотской реакции и научиться реагировать на основании веры в Бога. Так мы будем строить свою жизнь на этих истинах. И надеюсь, сегодняшний урок будет для вас весьма практичным. Притчи, 14 глава, 12 стих. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти». Иными словами, то, что кажется нашей плоти правильным, приводит только к смерти, но путь веры дает хорошие плоды. Иисус описал новый образ жизни, который мы можем иметь с Ним. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, те, кто действует только своими силами, пытаясь все сделать правильно, только своим умом. И вы обременены, потому что ваша душа не была создана для такого давления. Вы созданы, чтобы жить по благодати. Так вот, придите ко мне, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя. Иго Иисуса ⁇ это Дух Святой. Это то, что соединяет нас с Иисусом. Иными словами, примите Дух Мой и Мою жизнь, и благодаря этому Игу вы будете знать, как вам жить. Возьмите Иго Мое на себя и научитесь от Меня. То есть, если вы подчинитесь Мне и Моему Духу, то Я буду учить вас тому, как жить, ибо Я кроток и смирен сердцем. То есть, Я не буду давить на вас, и вы поймете, что мое иго это хорошо, и найдете покой душам вашим. То есть иго сядет на вас хорошо, оно будет легким, и вы сможете расслабиться, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Он говорит, если я буду просить вас о чем-то, то дам вам силы для этого. Я хочу показать вам, как это применяется в ключевых сферах нашей жизни. Когда с нами что-то происходит, как мы реагируем, как мы поднимаемся после этого. Когда ребенок начинает ходить, он падает, потом поднимается, потом снова падает. Когда мы идем по жизни, мы тоже ошибаемся и падаем, но нам нужно уметь правильно реагировать. Возможно, нам хочется отчаяться, и сдаться. Или же мы можем отреагировать правильно и подняться, как это делает ребенок. Он падает, но пытается снова подняться. А когда мы падаем, нам тоже нужно знать, как подняться в Божьей благодати. Если мы знаем, как реагировать, то никакая ситуация не уничтожит нас, а только сделает нас сильнее. Когда ребенок падает и снова поднимается на ноги, он становится сильнее и учится стоять. Крах вашей жизни приходит не от того, что с вами происходит, а от того, как вы реагируете на события вашей жизни. Именно это определяет ваш успех или поражение. Поэтому давайте поговорим как реагировать на разные вещи. Мне нравится называть это Божьими техниками реагирования или как ходить в вере в разных ситуациях. Итак, номер один. Как восстанавливаться после греха? Лишь потому, что вы христианин, и в вас природа Христа, это не означает, что вы не будете грешить. Греховная природа все еще сохранилась в вашей плоти. Если вы будете поддаваться ей, то будете грешить. Свободу от власти греха можно получить только через хождение в духе. Никто из нас не совершенен, но мы растем и учимся полагаться на Духа Святого. Итак, мы будем грешить, и это как тот ребенок, который падает, когда учится ходить. И что же нам делать в такой ситуации? Мы можем расстроиться, сдаться или даже убежать от Бога, потому что думаем, что Бог нас больше не любит. Но вообращенные могут подумать, а может, я еще не стал христианином? Также может прийти осуждение, но естественная реакция плоти неправильная. Нам нужно знать, к чему в таких ситуациях нас призывает Бог. Итак, в первую очередь, нам нужно понять, что когда мы согрешаем, мы не теряем взаимоотношений с Богом. Мы остаемся Его детьми. Он продолжает любить нас. Мы остаемся под Его благодатью. Все это мы имеем во Христе, потому что наше спасение основано не на нашей собственной праведности. А на праведности Иисуса в этом случае страдает лишь наше общение с Богом. Это похоже на отношения в семье. Когда ребенок согрешает против своего отца, он остается его ребенком. Но между ними нарушается общение. Так и в результате нашего греха нарушается наше общение с отцом. Свет немного тускнеет. И мы уже не так наслаждаемся лицом нашего Бога. В этом случае может прийти сатана со своими обвинениями и сказать, ты ни на что не годен, Бог больше тебя не любит, и тогда наша вера может быть парализована. Плотская реакция ⁇ это прикрыть грех и стараться больше не думать о нем, или же как-то оправдать его. Меня на это, мол, подбили. Или же мы пытаемся как-то заработать с прощением, стараясь быть прилежными в других сферах. А еще мы можем пытаться побороть этот грех своими силами. Но все это способы, которые не являются верными. Библия говорит нам, что нужно делать. Ответ находится в первом послании Иоанна, первой главе. В девятом стихе. Если исповедуем грехи наши, вот чего Бог ждет от нас исповедовать, означает говорить то же, что говорит Бог. Если Бог говорит, что это грех, то Он желает, чтобы вы всего лишь покаялись, и признали, что вы согрешили. Просто будьте честными с Богом. Не бегите от Него. А бегите к нему? Нет смысла прятаться от Бога. Он и так знает, что вы согрешили, но он все равно любит вас. Адам тоже прятался от Бога в Эдемском саду. И что это ему дало? Нет, вынесите это на свет. Принесите это к Богу и скажите, Господь, ты уже знаешь об этом, но я исповедую, что я согрешил, если исповедуем грехи наши. То он, будучи верен в своем обещании и праведен, благодаря крови Иисуса, которая заплатила за ваши грехи, простит нам грехи наши. Бог стирает все ваши грехи и восстанавливает общение с вами, и очистит нас от всякой неправды. Это прекрасно. Это говорит о том, что кровь Иисуса очищает нас от пятна которое грех оставил на нашей душе. И как только мы исповедуем свой грех, Бог смывает его. Иногда важно простить самого себя. Следует сказать, Господь, поскольку Ты простил меня через кровь Иисуса, и крови Иисуса для Тебя достаточно, тогда я соглашаюсь с Тобой. Меня тоже это устраивает кровь Иисуса заплатила за мой грех. Спасибо тебе. Тогда вы омыты и очищены от этого греха. Не держитесь за чувство вины. Держитесь за обещание о том, что если вы исповедуете свои грехи, то вы прощены и очищены. Бог очищает вас от вины и стыда, а также от пятна того греха. Итак, если вы упали, то применяйте первое послание Иоанна, первую главу, 9 стих, и вы снова на ногах. И вот что такое реакция веры. Вы каетесь в том, что поддались старому образу жизни, и верите в то, что Бог прощает и восстанавливает вас, и вы берете это верой. И мы видим, что Давиду тоже пришлось проделать все это, когда он согрешил с Версавией. Это описано в 31-м псалме. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Иными словами, этот человек открыт перед Богом и ничего не скрывает. Скрывать — это худшее, что вы можете сделать. Когда я молчал, какое-то время Давид скрывал свой грех, и в результате обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. То есть у него началась депрессия из-за того, что он не исповедал свой грех. Но в пятом стихе он говорит, но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. На это Давида, Надоумил пророк Нафан. Я сказал исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Итак, когда он исповедал грех, Бог простил его. 50-й Псалом говорит об этой же ситуации. Это исповедь Давида. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония, Моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Как видите, он не пытается оправдать или отрицать свой грех. Он говорит, что его грех всегда перед ним. Иногда полезно осознавать всю серьезность вашего греха, чтобы ощутить обличение от Господа. Вам нужно покаяться в грехе, поэтому не относитесь к нему легкомысленно. Осознайте, насколько это серьезно. Давиду нужно было возненавидеть свой грех, чтобы отвернуться от Него и исповедать Его Богу. Давид говорит Тебе, тебе единому согрешил я. То есть он понимает, что согрешил не против людей, а против Бога. Поэтому это очень серьезно. И лукавое предачами твоими сделал. Он не говорит, О, я ошибся. Он говорит, я совершил зло он не преуменьшает свой грех, а открыто исповедует его перед Богом, потому что хочет избавиться от него. Это похоже на то, как мы выделяем отходы. Если мы не избавимся от своей мочи и других вещей, то это отравит нас. А исповедание — это способ избавиться от токсичного греха. А если вы оставляете грех в вашем сердце, от вас дурно пахнет, и он вас отравляет, и отравляет наши отношения с Богом. Но через исповедание мы избавляемся от этого. Мы называем все своими именами. Грех и зло. Мы понимаем, что это такое, и ненавидим это. А затем исповедуем это Богу и избавляемся от этого тебе. Тебе единому согрешил я, и лукавое предачами твоими сделал так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Бог поступил бы правильно, если бы осудил меня за этот грех, но слава Богу, Иисус понес наказание вместо меня. Затем Давид говорит, «Окропи меня и сопом, и буду чист». И соп использовали на Пасху. Его окунали в кровь Агонца и кропили косяки дверей. То есть Давид просит применить к нему кровь. Омой меня и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости, тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». И вот как нужно исповедовать. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего. Когда мы грешим, то теряем радость, потому что радость приходит от Божьего лица. И Духом владычественным утверди меня. В одном из переводов сказано ⁇ щедрым Духом утверди меня ⁇ речь о духе благодати. Когда он согрешил, то перешел от благодати Божией к мертвым делам. Но теперь он снова полагается на Божью благодать. Утверди и поддержи меня своей благодатью. Вот как мы должны восстанавливаться после греха. Не бежать от Бога, не прятать свой грех, а бежать к Богу. Открываться перед ним, помня, что он и так все знает, и все равно нас любит, а затем соглашаться с ним в том, что это был грех, и просить его восстановить нас. Вторая техника реагирования ⁇ это реакция на успех. Это может вас удивить, но одно из величайших искушений в жизни ⁇ это успех. Успех может привести к гордости и заставить людей забыть о Боге. Опасность успеха в том, что из-за него вы можете расслабиться и потерять духовную бдительность, полагаясь на все те вещи, что есть в вашей жизни. Если вы внезапно получили много денег, то существует опасность того, что вы можете отвернуться от Бога и начать полагаться на эти деньги. Так вы можете обмануться и поверить в то, что Бог вам больше не нужен. Так как же правильно реагировать на успех? Плотская реакция ⁇ это сфокусироваться на успехе, на деньгах и найти удовлетворение в этом. Но вера реагирует иначе. Вера благодарит Бога за это благословение. Чем больше Бог благословляет вас, тем больше вы должны благодарить Его за это. Вам нужно признавать, что Он источник вашего благословения, а также отдавать первые плоды успеха Богу за все благодарите. ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. благодарите. Если Бог продолжает благословлять вас, продолжайте благодарить его. помните, что именно он дал вам это благословение. Если вы будете благодарить, то вы будете утверждены в Господе и он будет номером один в вашей жизни. Тогда вы не позволите успеху или благословению отвернуть ваше сердце от Бога. Ну а далее у нас идет номер три. Как реагировать на испытания и неудачи. Ваша жизнь не всегда будет устлана розами. Плохое все же будет случаться, потому что мы живем в падшем мире. И нам нужно знать, как реагировать. Плотская реакция когда происходит что-то плохое, это печаль, разочарование и обвинение Бога. Но, как я уже говорил, плотская реакция всегда неверна. Она не приносит ничего хорошего. Реакция веры на испытание — это радость в Господе. Мы должны радоваться, когда происходит что-то плохое. Это может показаться странным, но причина этой радости описана в послании к римлянам 8 главе 28 стихе. Для тех, кто любит Бога, кто был призван согласно Его замыслам, Он все обращает во благо. Все значит и хорошее, и плохое. Но тут есть два условия. Если вы верующий, то вы призваны по его замыслу. У него есть цель для вашей жизни, которую он преследует. Второе условие — это любить Бога. Итак, если вы любите Бога и славите Его в любой ситуации, то Бог исполняет свой замысел в вашей жизни, используя даже плохое, что происходит с вами. Если вы продолжаете радоваться, Бог действует в вашей жизни. Вы не радуетесь тому, что произошло что-то плохое. Если случилось что-то плохое, то не нужно благодарить за это Бога, потому что Бог не делает ничего плохого. Но вы можете благодарить Его за то, что Он даже это обратит вам во благо. Даже неудачи. Это шаги к великому будущему. Так выглядит реакция веры, но не ваших чувств. В Евангелии от Матфея 5 главе 10 стихе и далее в 11 и 12 Иисус сказал, ⁇ Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас игнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь! ⁇ и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Бог обратит этого благо, сделает вас еще больше похожими на Христа, и вы получите великую вечную награду. Слава Богу! Послание Иакова 1 глава. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Это 2, 3 и 4 стихи. Начинайте радоваться. Почему? Зная, что испытание вашей веры производит терпение, что это означает, вы растете не очень быстро, если вокруг вас все хорошо. Это как поход в спортзал. Когда вы начинаете поднимать веса, то в процессе у вас появляются мускулы. А когда вы в сложной ситуации, то начинайте радоваться и благодарить Бога. Спасибо, Бог. Ты сейчас работаешь над моей духовной силой и выносливостью, потому что я выбираю надеяться на тебя в этой ситуации. В итоге ваш духовный рост ускоряется. 12 стих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Когда вы начинаете и продолжаете любить Бога даже в испытании, он обращает все это блага благо. Далее, римлянам, 5 глава, 2 стих. «Мы стоим и хвалимся надеждою славы Божией, и не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежды, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Вот как нужно восстанавливаться после неудач. Библия говорит, что мы должны смотреть на Бога и видеть всю картину происходящего. Даже когда происходит что-то плохое, Вера отвечает, а Бог больше всего этого. Я буду продолжать верить и благодарю Бога за то, что Он обратит это во благо. Я радуюсь тому, что Бог выполняет свой замысел в моей жизни, поэтому я буду идти от славы в славу. Павел пережил много трудностей, а Бог сказал ему, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи» и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Иными словами, когда у Павла наступали трудности, он реагировал в вере, славил Бога, и тогда сила Божия в нем становилась еще сильнее. Эти обстоятельства заставляли его полагаться на силу Божью и на Божью благодать. В любых трудностях Божьей благодати достаточно а сила Бога совершенствуется в наших слабостях. Когда мы начинаем осознавать, насколько мы слабы, Бог обращает это во благо. Это возможность для проявления Его силы в нашей жизни. Павел продолжает. «Посему я благодушествую или радуюсь в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». И последнее. Нам нужно уметь реагировать на обиды и раны, которые причиняют нам люди. Правильная реакция — это не носиться с этим и не вспоминать, а поскорее простить. Прощайте быстро, как Христос прощает вас. Прощайте целиком и полностью. Отдайте этих людей в руки Бога. Молитесь за них. Они ответят перед Богом за то, что они сделали. Но вам не нужно быть их судьей. Ваше дело ⁇ простить. За это в вашу жизнь придет благословение. Библия говорит, если вы не прощаете, то это создает преграду в ваших отношениях с Богом. Поэтому вам нужно уметь правильно реагировать на обиды. Путь веры ⁇ это всегда прощение. Он полностью противоположен плотскому пути. А вот основные техники реагирования. Бог исполняет свой замысел. Поэтому я всегда иду от силы в силу, от славы в славу. Аминь. Мы приглашаем вас на наши воскресные собрания, которые проходят в 11.00 и в 18.00 по адресу, который вы видите на экране. Приходите.